Как принцип табурет. Вот четыре ножки табуретки. Если вы одну ножку подпилите, то стульчик упадет сюда. Или вы эту ножку подпилите, то стульчик сюда упадет. То же самое здесь. Вы зафиксировали его голову сначала. Одну руку раз, в эту сторону пошел бросок. И в другую руку. Значит, в эту сторону будете накатывать. Принцип простой. Здесь можно добавить, да? Захваты, руки, чтобы усилить. Бросочек. В общем, тема там, она может быть достаточно еще детально и глубоко еще расписанная, да. Не хватит. Особенно, когда ты ей занимаешься, будешь заниматься. Что? Будешь заниматься в этой школе. Тебе там все детально расскажешь. Да. Ну, да, хоть как вам угодно. Я, в принципе, мое наблюдение по этому будет. В каждой школе свои тонкости. Да, да. Кто-то больше на ударной технике там делает акцент, потому что он умеет бить, он бьет. Кто-то больше на борцовской. Значит, соответственно, он использует свои умения, которые, я не знаю, в детстве, понимаете, это мышечная память. То есть, например, здесь у стенки можно не за голову вот это, на самом деле, а вариант. Вы борец, да? Зачем у нас за голову вот этим ногой бить? Вы прикрыли голову, ноги сюда пошли, вот. Можете развернуть здесь, а можете здесь сразу просто, это как вам угодно. Но принцип один и тот же. Вы защитили свою голову, а потом выполнили какое-то контрдействие, которое вы умеете делать. Ударили, бух, ударили. Борец, пошли в борьбу. Скрутили. Если стрелок, то можно успеть достать пистолет. Ножевик, значит, можно ставить. То есть специализация. Вот. Вопрос есть? Вопрос есть, да. Допустим, если сзади вот напали, да, и на земле оказался вот так. Перевернулся сразу и все. И стали, нет, стали прям ногами, вот, руками, но я потом каким-то шугом снял. Это реальная ситуация? Реальная, да. Это реальная ситуация? Да. Случился не человек с кем. Ну смотри, то есть ты лежал вот так, да, на животе? Ну, да. И тебя били? Да, да, да. Потом как-то что я... Что ты делал? Закрывался как-то вот так. Да, да, потом... спиной. Так. Развернулся. Да, и... Это правильно. Все. Откуда ты знал? Инстинктивно. Доверяйте своим инстинктам. Да, да. Подумал, конечно же, можно так долго не растягивать то, что да, он сделал. Но на самом деле, посмотрите, да, вот, допустим, меня толкнули, я упал. Пока. Бум, я упал. Сразу лучше развернуться на спину. Ну сразу лучше. Ну что, здесь ты мог бы и не встать. Нет, если сразу бегал, вот так, короче, сзади, сразу бегал, ударил, подсечка, вот, и все. Вот так. Тебе все равно ничего не мешает развернуться по спину, да? Если я здесь оказался, разрашивайся пустыми ногами. Просто ногами, пустыми, вот, все, велосипед. Бум-бум, отогнал. Я пошел сюда, ты развернул, пошел сюда, ты развернулся. Это тоже отрабатывается. Все, следующий мастер-класс. Да, мы тоже какое-то добивание, что ли. Так, когда упал на землю. Да. Еще? Ну что, это сорян. А можно, пользуясь случаем, пригласить всех присутствующих